17 ноября российская полиция отмечает еще один профессиональный праздник – День участкового. В чем заключается их работа, с какими сложностями приходится сталкиваться на службе? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, наша съемочная группа провела один день с участковым уполномоченным полиции Алексеем Ивановым. Помогать людям раскрывать, также пересекать и раскрывать преступления. С детства мечтала делать это. Его вдохновили советские фильмы про милицию и истории участкового Анискина. Еще в детстве Алексей понял, носить погоны – это гордость, честь и достоинство. Воплотить мечту в реальность удалось после учебы и службы в армии. Трудовой путь я начинал с Котельниковского отдела полиции. В 2012 году я начал работать во втором отделе полиции и по настоящее время обслуживаю административный участок. Работа Алексея Иванова – обеспечивать безопасность граждан. Под пристальным вниманием участкового 42 многоквартирных дома и 36 нежилых помещений. Я обслуживаю административный участок номер 5, куда входит улица поселок Калинина, Октябрьский проспект, нечетная сторона со 133 дома до 51 дома. С выбором профессии Алексей Васильевич не ошибся. За 10 лет службы ему удалось добиться главного – доверия людей. Он очень часто заходит, интересуется, ну, потому что, сами понимаете, общежитие, как бы вот сложилось мнение, что тут не все может быть спокойно. Мы чувствуем себя защищенными. В любой момент мы можем позвонить, сообщить, если что-то не так, и он сразу же откликается. По результатам 2019 года Алексея Иванова признали лучшим участковым Люберецкого УВД. Его профессионализм и безукоризненную службу отметили почетной грамотой. За время работы в органах и именно во втором отделе полиции участковый Иванов запоминался с положительной стороны. Свою работу знает, успешно выполняет поставленные задачи. Приходить на помощь круглый год и в любое время суток, порой сталкиваться с опасными ситуациями, нести ответственность перед людьми. Такая она, непростая работа участкового, но для Алексея Иванова она прежде всего любимая. Луиза Игазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.